Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Владиславом Владимировичем Артемовым, поэтом, прозаиком, главным редактором журнала «Москва». Здравствуйте, Владислав Владимирович. Добрый день. В прошлый раз вы замечательно рассуждали о литературе, о роли писателя, о целях литературы. Говорили о журнале «Москва», и сейчас мы тоже напоминаем, что у нас вот сзади мы сидим на фоне такой фотографии Арбата, это самый центр Москвы. Здесь, собственно говоря, в двух шагах от этого места находится редакция журнала «Москва». Нас интересует все то, что связано с литературой, духовной литературой. Владислав Владимирович только что стал лауреатом Патриаршей литературной премии. Кстати, еще раз поздравляю вас от имени телезрителей, от себя лично. Это высокая награда, потому что я считаю, что, во-первых, премия выдается не за книгу какую-то отдельную, а за вклад в литературу, мы уже это обсуждали. И это очень важный вклад. Вот задаю такой вопрос для разгонки. Все-таки писатель исполняет какую-то миссию, вот он когда садится за стол, перед ним белый лист бумаги, он должен ощущать, что то, что он напишет, это нечто очень важное для вообще цивилизации, для планеты Земля, или это все ерунда, все это выдумки, писатель должен писать то, что просто пишется? Я не знаю, как другие, но мне все время хочется создать шедевр. Вот я все время, у меня цель создать шедевр. Это хорошая иначе, цель, кстати. Иначе, ну какой смысл? И потом другая задача – создать свой мир, как он, в котором будут, если когда я прозу пишу, создать мир, в котором будут действовать и жить живые люди, ну, чтобы они двигались, бегали, чтобы они меня, ну, как сказать, вот как они, как дети, и сталкивались друг с другом, там, чтобы между ними кипели, ну, как вот именно я, и все было, как в реальной жизни. Вам приходилось встречаться по жизни с очень многими соратниками-писателями, которые имели, так сказать, очень серьезное положение, написали очень серьезные книги, или те, которые только начали, потому что вы главный редактор журнала, вам приходится читать много рукописей, которые приходят для того, чтобы кто-то хотел бы, чтобы их опубликовали. Вот какие писатели оказали на вас влияние, или какие встречи с писателями были у вас, которые перевернули вашу жизнь? Или не перевернули, а оказали очень сильное влияние? Это встречи заочные. Естественно, на меня, вот и у каждого человека есть что-то, какие-то самые ему родные, близкие, писатели, вообще люди, которые как-то в унисон с ним дышат, живут, чувствуют. Для меня, ну, естественно, значит, для меня было такое открытие Лермонтов. И он до сих пор для меня остался. Я вот, например, не знаю, песню о Калашнику боюсь читать, потому что она меня разрывает. Вот. И внука, и первое стихотворение, которое внук выучил наизусть, было, значит, «Бородино». Ух ты! Он, значит, 3 года уже, значит, у меня такой. Это «Скажи-ка, дядя, ведь недаром», да? Да, да, mm-hmm. Да. Вот. К сожалению, с писателями стал я встречаться, ну, с кем я виделся, Распутин, Валентин. Он на меня произвел большое впечатление, но он меня немножко оттолкнул своей мрачноватостью. И в нем не было какого-то вот такого, в нем был плач. Угу. Это и, значит, прощение с матерой такое, да, как да, душевное. В нем было. Это очень свойственно русскому вообще творчеству, русской литературе, начиная с древних времен, эти все плачут, да, плача о погибели земли русской, там, о разорении земли Батыем, плач Ярославны, все это вот эти плачи, они вот. Вторую мировую, Великую Отечественную войну мы выиграли, и все равно вот плачем. Это праздник со слезами на глазах. Вот это вот есть в русском человеке, в русской литературе. Мне, значит, не знаю, у Лермонтова, по-моему, нет плача никакого. Ну да, существует, да? И другое, какой-то позитив. Да, да. Вот мои любимые писатели – это Гоголь, вот, значит, Лермонтов, сейчас Пушкин, конечно. В молодости Пушкина не очень воспринимаешь. И вот Алексей Толстой, Михаил Булгаков – вот такие писатели какого-то такого солнечного плана, которые, mm-hmm. вот, в которых есть и юмор, и прочтешь, и тебе не хочется, значит, если и поплачешь, то только светлыми слезами, а не такими неунылыми. Вот когда писатели унылые, это нехорошо.
так вот скажем. Говорят такая вещь, что вы поэт и прозаик. Вы писали стихи, а потом начали писать еще и прозу. Вот говорят, что поэт – это человек-одиночка. Так сказать, не может писать поэт, так сказать, где-нибудь среди людей, он должен укрыться, так сказать. И вообще у него лирический герой, так сказать, который, ну, не противопоставлен, но, скажем, существует в сложностях мира, который его окружает. А прозаик тоже одиночка? Или он имеет право не быть как поэт таковым? Вы ощущаете одиночество, как писательский труд такой дает ощущение одиночества, что вы один, ну, не против всей Вселенной, но, скажем так, перед вами вся Вселенная, и вы должны решить проблемы в одиночку сами, это никто вам не поможет. Я вот просто пытаюсь понять свое настроение, вспомнить, когда пишу. Когда получается здорово, когда не получается, тебя это угнетает, но ты хочешь вот... Я не знаю, мне просто нравится создавать вот этот мир, в котором живут люди, которых нет на Земле, понимаете? В принципе, это же великое дело, когда мы историю нашу мы постигаем через литературу. Этих людей не было, ни Андрея Болконского не было, там, ни какого-нибудь Башмачкина, ни Обломова. Но были прототипы. Или это не важно? Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Тут вещь сложно. Не было ни Евгения Онегина, ни Татьяны Лариной, ни Анны Карениной. А для нас они более реальны, чем настоящие люди, которые жили и умерли. Эти живут до сих пор, эти на нас влияют. И они, вот вы сказали, прототипы, литература 19 века, она... Одно из ее каких-то свойств удивительных, это она создавала типы. Типы, и вот кого не возьмут, вот характер и тип разные вещи. Вот я как-то пытался в это проникнуть. Сейчас тип, наверное, невозможно создать. Ну, что такое тип? Это какой-то шар, который, черта в человека, которая превалирует, который, не знаю, вот Собакевич там, или Плюшкин, да, вот жадность там. Это тип Плюшкин. И вот начинаешь думать о характер, да, значит, я думаю, понимаете, вот не было Печорина, Лермонт его создал, и сразу, значит, появились, наверное, тысячи Печоринок в жизни. Да, то есть писатель творит еще и современность, получается. Он абсолютно, и причем это же слово, которое сказано, оно обладает грандиозной силой, и с ним надо осторожно обращаться, понимаете, потому что можно и злодеев наплодить каких-то красиво, если это все изложить. Ну, скажем так, просто Павел Корчагин Островского, вот как литература, она порождает вот целую такую... Значит, да, она породила, да, многих Павлов Корчагина в живом жизни. И «Войну» выигрывали люди, которые читали, как закаляла сталь. Книжка, может быть, не очень-то с точки зрения художества, она не очень-то велика. Ну да, такой мемуар такой. Да. Вот. Но вот был создан тип, причем все противоречивы, там не надо было эти подвиги совершать, если бы рационально, разумно сделать, значит, вот, условия для труда. Не надо было там рвать, значит класть жизни, чтобы эту железную дорогу какую-то сделать. Но, понимаете, ну вот какой духовный заряд она дала нашим поколениям людей. И почему так важно и в наше время, понимаете, когда у нас современный герой такой появляется, люди всегда подражают. Они, я говорил уже, подражательные такие существа. Вот. Они могут подражать плохому и хорошему. Вот. Если мы плохое изобразим вот так ярко, можно, да, подражать и плохому. Вот тут вы мне как бы начали отвечать на мой вопрос, который я уже подготовил как раз для того, чтобы его задать. А герой нашего времени, кто это такой? Он существует вообще? Нужен ли он вообще в принципе? Вы понимаете, вот как это не звучит, может быть, парадоксально, но Россию всегда спасала война. Война – революция. Я уже говорил там в прошлой передаче о том, что если бы Серебряный век развивался вот естественным образом, мы бы стали Европой еще в 30-м годах, вот такой толерантной и так далее, который существует. Потому что там очень было это все развито, уже все эти зачатки этих пороков. И вдруг приходят, значит, 30-е годы и начинают эту всю гниль
захватывая здоровые какие-то элементы тела вот, государственного. Угу. Вот как бы Россия, понимаете, она наращивает на себе вот, вот что и надо, какой-то класс управления, да, она как существо живое. Она старую, значит, эту всю интеллигенцию, которая 100 лет подготавливала революцию, которую пыталась ее и в конце концов разрушила, она очень быстро вырастила себе, значит, вот эти, значит, эту новую элиту, которая, значит, смела все старое, которая возродила государство в огромной мощи. И, конечно, это была операция по вот вырезанию этого либерализма, который в XIX веке особенно вот подправил просто. Все не было сословия, за исключением крестьянства. Все остальные там, значит, и купцы, и дворяне, и значит, и всякая прочая революционная такая, значит, разночинцы, они же все желали смерти России. Они ее не любили. Недаром Розанов говорил, вот есть для немцев, значит, добрый, значит, Фатерланд, есть для доброй старой Англии, для и у русских проклятая Россия. И даже Толстой возмутился Некрасовым, когда говорил, ну что ты, значит, там, преувеличиваешь все эти вот тяготы, там, этой самой несжатая полоска. Там. Он, масса была хорошего всего кругом, а писатели видели несжатую полоску, там, значит, гибель там вокруг жизни. То есть замечали больше недостатки, чем достоинства. Да, и это многие отмечали, и в том числе и Розанов, и Солоневич, о том, что ну, не могли лишние люди Чехова построить великую сибирскую дорогу. Там. Вот, вот такую мощную державу. Правильно ли я понимаю, что, может быть, если вы сказали про войну, упомянули это слово, что героем нашего времени может быть человек в форме, тот человек, который как бы вкусил, так сказать, или попал на фронт и понял и увидел собственными глазами и совершал собственными руками то, что называется словом «война». А это и происходит, причем происходит очень стремительно. Я, поскольку в этом процессе литературном, значит, уже, значит, с 80-х годов, я вижу, как вот эти 90-е нулевые годы, они были вот таким провалом, таким значит, торжеством героя, значит, себелюбивого, героя такого, значит, не... Ну, такого потребителя жизни. Угу. Вот. А теперь вот буквально мы в журнале мы печатаем авторов, которые и воюют у нас. У нас, значит, вот сейчас вышел замечательный дневник Дмитрия Артиса, поэта, который там, значит, два раза, значит, два контракта подписывал. Дмитрий Мельников воюет, поэт, мы которого печатаем. В общем, мы видим, что вот это сейчас вот по неволе сейчас требуется государству вот человек такой, строитель, воин, настоящий мужественный герой. И он, безусловно, появится. Он сперва, вот для меня поэзия всегда, она как-то опережает прозу. И сейчас в поэзии это такой герой есть уже, понимаете? А в прозе еще, может быть, ну, как всегда, проза отстает, и она, ее и писать-то гораздо дольше, чем песни и стихотворения. И такой герой нашего времени, он появляется, да, и он уже не тот герой, который там, значит, смотрит на этот Запад, на Америку. Вспомните эти фильмы особенно. Фильмы же такой быстро такая реакция, значит, туда. В фильмах проявляется то, что живет в обществе. Вот это, эти все. Вспомните даже фильм «Американец», там вроде боевик, а там все время это вот тут да, на это вот что у нас все плохо, а там вот на Западе хорошо, давайте туда двигаться. Вот. И понимаете, вот все-таки есть какие-то вот объективные условия для того, чтобы появился новый герой. Он не просто так, вот человек сел, а сейчас я напишу что-то такое, вот изображу то-то и то-то, понимаете? Вот я это еще ощутил, когда вот запрос, на запрос общества рождается и герой современный. Угу. Что когда-то меня пытались привлечь, еще когда Чеченская война была, привлечь большие издательства к написанию, значит, боевика. Они сказали, мы вот на всех точках у нас люди спрашивают, что людям хочется читать, что они хотят. И люди тогда жаждали просто, вот, значит, это 90-е годы, они жаждали
читателей, получить героя, значит, военного, благородного русского офицера, который вот не просто даже было на телевидении везде, как хаяли всю эту вот русскую армию и так далее. А люди хотели, понимаете, вот, ну это же не быстро происходит. Конечно. И если бы не эта военная операция, мы бы и дальше вот скатывались, катились бы вот постепенно утрату нашей страны. Ну, вот сейчас очень важным человеком является военный корреспондент. Но военный корреспондент создает текущую информацию, передает. Он как бы создает публицистические миры. А вот писатели еще пока не разогнались для того, чтобы создать героя нашего времени, который воюет, например, да, или умеет воевать, или он просто очень хороший человек. Когда писатели перейдут, по вашему мнению, на эту тему, так сказать? Вообще престижность профессии писателя, она сегодня как звучит? Писатель нужен обществу или он отстает немножко от реальной жизни? Нет, конечно, писатель нужен. Он начиналась с этого культура, с Гомера, и с Гильгамеша, и с фольклора, и со сказок, с былин. И она и закончится словом, наверное, да, потому что не то, что... я думаю, и я вижу, что сейчас очень происходит процесс вот осознания и осознания времени, и писатели все-таки поворачивают в эту сторону, понимаете? То есть вот. Они пока переваривают то, что происходит, да? Ну, конечно. Еще же мы сами не очень точно знаем, что хотя бы все развивается очень быстро и бурно, но пока еще не ясно. Вот мир застыл сейчас вот в таком вот, сошлись как эти ветры друг против друга и стоят вот в этой напряженной тишине. У меня есть стихотворение такое, когда четыре ветра сошлись в поле и как бы покой кругом, но эти напряжения, с которыми они друг на друга давят, неизвестно, чем это закончится в конце концов. Пока еще люди, писатели в том числе, они пытаются осознать это. Осознать это же не просто вот сидеть, сесть и подумать. Это еще нужно пережить, чтобы как-то это внутри тебя... Это сложный процесс происходит, когда чувство, мысли и твое мироощущение, оно вот в этом живом движении поразит какую-то вот такую... Ну, силу, которая заставит тебя создавать произведение литературное, допустим, понимаете? Я как главного редактора вопроса, трудно бороться с графоманией и с графоманством? Ведь наверняка вы получаете часто, так сказать, такого рода произведения. Я бы даже сказал, не часто, а постоянно. Вот что с этим делать? Да ничто, я к графоманам отношусь очень хорошо. Интересная мысль. Ну, они это же люди, которые хотят, но Стараются, учатся. Не получается. Я когда-то у меня вот есть такой образ, что литература-то горизонтальная такое дело, что есть материки там огромные, там Толстого, там хребты Лермонтова, Пушкина, океан там и так далее. Вот большое пространство. А есть люди, которые творят там, значит, у него гектар свой, там или даже 6 соток дачных, он там, значит, растит какие-то свои розы, значит, лучок сеет. А я графоман, это тоже у него вообще одна соточка, не знаю, там метр на метр земли, он там что-то грядку свою возделывает, как вот сорнячок растет свой. Ну, он тоже участвует в этом великом деле созидания литературы, потому что литература все-таки делают одиночки, она итоговая такая, значит, часть литературы, а в основном она вот питается всеми этими графоманскими ручейками и так далее. А интернет мешает выпуску журнала, вот влияет как-то на его, потому что большинство людей уже давно как бы отказались от, например, толстых журналов, да, как бы читают все в интернете. Вам помогает интернет или мешает? Мы тоже уходим в социальные сети, наш журнал в электронном виде. Мы во всех сетях мы присутствуем. Да, есть такое дело, когда как говорится, ты еще не успел продумать, а уже можешь свободно в интернете изложить свои там впечатления, мысли какие-то. Вот не надо. Раньше ведь это все было такое довольно дело закрытая литература, да? Тут нужно было, значит, долго думать, вынашивать планы, вынашивать замысел.
потом писать роман. А сейчас просто есть возможность, не напрягая себя, быстро-быстро выложить свои. Оно так же быстро забывается. Владислав Владимирович, в принципе, вот существует ли литературный процесс? Вот раньше толстый журнал один писал статью, другой отвечал ему, третий опять начинал полемизировать. Была какая-то живая жизнь, критики. Вот сейчас литературный процесс есть или он не нужен, в принципе? Как вы его ощущаете, как главный редактор журнала? Ну, конечно, сейчас, во-первых, литература художественно утратила ту силу, которой она обладала когда-то. Что появилось очень много источников вот этих раздражителей, на которые читатель отвлекается, и уже он, возьмите, скажем, 19 век, тогда не было ничего, кроме толстого журнала. Приходил журнал, и «Въезд», допустим, да, и он был величайшим событием, журнал был энциклопедией, настольной книгой, фактически. Да, да, потому что... А сейчас ведь у человека очень много вот этих всех отвлекающих моментов, которые не дают ему сосредоточиться. Вот это вот, и мы живем сейчас, не умея сосредоточиться. То есть литературный процесс на время, мне так кажется, отложен, потому что как бы нет такого, чтобы критики и публицисты друг с другом сталкивались, как Белинский там со своими, условно говоря, врагами в литературе, так сказать. Вот такого процесса нет. Мы переживаем в этом смысле затишье. В каком-то смысле, я думаю, что это уже как-то безвозвратно утеряно, вот такое значение литературы именно, она стала иметь прикладное. Вот какая-то функция, которая уже завершена, да, выполнена. Да, мне кажется, да. И вообще, в принципе, я вот так образно говоря, для меня вообще вот литература мировая, она когда-то написана, это картина, которая уже практически завершена. Вот есть ощущение, что пришло к завершению. Возможно, появится какой-то еще, хочется в это верить, великий какой-то художник, который добавит что-то новое. Но наша задача уже какие-то отдельные мазки, элементы, детали прорабатывать, что в основном это полотно грандиозно написано, понимаете, уже все типы, человек исследован. Литература это же всегда связано с исследованием человека, его внутреннего мира, его поступков, характеров и так далее. Все типы основные открыты. Если, скажем, в 19 веке там появился рассказ, Достоевский пишет рассказ «Господин Прохарчен», про которого мы сейчас почти ничего не знаем. На него было две рецензии в парижских газетах, понимаете, когда Гоголь написал поэму «Ганский Хильгартен», на него там отвечали, там, значит, Полевой, по-моему, да, две такие рецензии были мощные. Тогда вот писатели были, ходили, как бы сеятели в поле, одинокие такие, Толстой идет, такой вот меня картина разбрасывает. А сейчас в этом поле не протолкнуться. Каждый день выходит там десяток романов в мире. И некому оцениться. Это уже, да. И поэтому вот все это уже превратилось. Вот. И основные открытия вот эти уже сделаны. Как в эпоху географических открытий великих. Уже материки не откроешь. Мне так думается. Владислав Владимирович, вот на столе лежит ваша книга. Представьте ее. Я давно хотел вас попросить об этом. Да, это книга называется «Дивный дом». Это стихи мои, которые вдруг опять на старости лет вернулся я к поэзии. Оно не для продажи, просто вот сейчас, в принципе, очень несложно издать свою книгу. Вот я ее раздаю, езжу, я довольно много езжу, значит, по стране, встречаюсь в библиотеках, с читателями, веду какие-то семинары. Вот я ее просто раздаю даром. Замечательно. Это ваша, я не люблю произносить слово «последнее», а говорю, как всегда, «крайняя книга стихов». Нет, это последняя есть. Хорошо, мы искренне желаем вам творческих достижений, успехов в вашем литературном труде и в журнале «Толстом», потому что для нас журнал «Москва» – это очень важный такой фактор жизни, интеллектуальный, литературный, душевный, духовный для России, так сказать. Все-таки это журнал с большой традицией, с большой историей. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владислав Владимирович Артемов, поэт, прозаик, главный редактор журнала «Москва».
Мы благодарим его, что он пришел в нашу студию, а также еще обращаемся к телезрителям. Не забывайте о телеканале «Союз», поддержите наш телеканал. Для нас это очень важно. Всего вам доброго, Владислав Владимирович. До следующих встреч. Спасибо.